Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить игру «Внутренняя тьма», «Тьма внутри», или просто «Darkness Within». Сейчас мы находимся у своей же квартиры, в которой мы начали первую серию. У нас новое дело, нам нужно расследовать, собственно, дело Ноуса Нолдера, что ли. Ну, короче говоря, это пациент, который приехал недавно, его подозревают в убийстве. Сейчас мы отправимся к нему в офис. Единственное, но я тут знаю, что мне нужно взять из нижнего ящика в платяном шкафу пистолет и кольцо, мне говорят. Но когда я тут смотрел в предыдущей серии, тут ничего не было. Так, самый нижний ящик. И где же тут у нас пистолет и кольцо? Когда мы смотрели, тут ничего не было, и сейчас тут ничего нет. Да, одни шмотки, странно. Ниже ящиков я вроде не заметил. Сюда он не хочет заходить. Ничего интересного. Ну ладно, ничего интересного, так ничего интересного. Как бы проблем большой нет. Просто я думал, нам нужно это сделать, а оказывается не нужно. Сейчас наш детектив Говард, я не знаю, какого фамилия, но тем не менее. Нам нужно отправиться в офис этого самого подозреваемого нашего. Я все не запомню, у него такое нестандартное имя, что я не запомню. Так, выходим в коридор и, собственно, двигаемся в сторону выхода. Жуткий такой коридор, надо сказать, облезла. Несмотря на это, квартира сама по себе очень хорошая, хоть и маленькая. Так, кабинет Лоуса Нолдера. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Возможно, будут какие-то зацепки по этому делу. И мы садимся в свою машину и едем туда. Кабинет Лоуса Нолдера. Во время расследования полицейские ничего здесь не нашли. Все документы были загадочным образом уничтожены. В кабинете странная атмосфера, словно бы он скрывает какие-то тайны и все 5 лет ждет возвращения Лоуса. Слушай, а у него офис гораздо лучше моего. Только бардак тут какой-то. Последний раз, когда я здесь был, такого бардака не было. А что ж такой радостный тогда? Полиция запечатала вход. Кто же приходил сюда? И зачем? Здесь нет ничего важного. Офис почти пуст. Почти пуст, самое главное. Позволю себе заметить. Так, оттуда мы пришли. Давайте все осматривать. Ищем зацепки по нашему делу. Кругом бардак. Кто-то рылся. Проводил натуральный обыск. Вот такое вот кресло мне бы. Блин. Надо купить. Оно офигенное. Я прям вижу. Ух ты. Картины в таком стиле обычно не вешают в кабинетах. Я бы сказал, что это картина в обалденном стиле. Книги. Окно. В этой комнате хранились архивы. Похоже, некоторое время назад ее опустошили. А, это не окно, это дверь такая. Так, ну хорошо, допустим. Календарь 2006 года. Календарь 5-летней давности. Да, у нас на дворе 2011 год. Должно быть, он купил его незадолго до своего неожиданного решения отправиться в путешествие, во время которого посетил страны Африки и Океании. Календарь. Так, и что же мне нужно на этом календаре? Понятно. Так, что ты думаешь по этому поводу? Он лежит здесь нетронутым с тех пор, как Лоус Нолдер внезапно отправился в свое заграничное путешествие по странам Африки и Океании. Ладно. Так, а это что такое? Получить подсказку. Нет, пока что у нас все хорошо. Игра, как видите, очень дружелюбна. Если у нас будут какие-то затыки, то она нам подскажет, что делать. Это хорошо, потому что при прохождении такое, по-моему, очень полезно нам будет, чтобы вас не утомлять бесконечным поинт-кликом по непонятным вещам. Так, сначала мы посмотрим вот там на что.
А, туда нельзя, понятно. Какой-то мусор. Телефон. Гудка нет. Кстати говоря, при прохождении шороха многие удивлялись, как это так, мол. В доме нет электричества, но есть телефонная связь. Ребята, елки-палки, телефон всегда, отродясь, питался от своей линии. Откуда же вы, блин? Вот и выросло поколение, как говорится. Там ток, который нужен, весь передавался по своему кабелю. Ой, блин, зачем я по-новому на него нажал? Так, что это такое взял? Типа ножика. Нож для писем, да. Ну что ж, пригодится. Землетрясение разбудило жителей Брэнкстона. В 3 часа ночи в небольшом городе Брэнкстон, который находится в 18 милях на северо-запад от Велсмота, произошло землетрясение силой в 6,1 балла. В настоящий момент известно о 18 погибших и 137 раненых. Нифига себе. 8 домов разрушено, еще многие были серьезно повреждены. Сообщается, что под развалинами домов еще остались люди. Корреспондент местной газеты Томас Кох в этот момент находился в тюрьме. Ой, в тюрьме, в городе. Он так описывает начало землетрясения. Земля содрогнулась, зашатались дома, потом начали кричать люди. Они упрыгивали с балконов и из окон, чтобы спасти свои жизни. Я никогда раньше не видел ничего подобного. Толчки ощущались и в Вилсмоте. Никто не погиб, но в панике, возникшей в результате землетрясения, пострадало 59 человек. Большинство горожан покинули дома и ночевали в машинах или в парке. Жителям рассказали о том, что нельзя возвращаться в поврежденные дома, поскольку возможны повторные толчки. В Вилсмоте в результате землетрясения ни один дом не был разрушен. Офигеть, ты посмотри. Удивительное совпадение. На днях в Брэнкстоне, в угольной шахте, принадлежащей компании Big Mo Mining, произошло удивительное совпадение. Археологи уже назвали его самым загадочным и невероятным открытием за последние годы. Шахтеры обнаружили комнату, вход которой был покрыт рельефами, фигурами и непонятными рисунками. Ученые говорят, что это может быть подземное поселение древних людей. Подумайте о будущем. Лотерейный билет купите сегодня. Выходит 64-го года. Это газета от 18 ноября. И как раз примерно в это время и уехал наш герой, да, отсюда? Как прочитал эту газету. Интересно. Не связаны ли вот эти два события между собой? Так, что у нас в ящиках стола? Ого. Шифр. Список каких-то символов. Не знаю, для чего они нужны. Но возьми, пожалуйста, это же зацепка. Не берет. Велсмот. Мифы и легенды древнего города. Видение. Эта работа была выполнена для того... Так, это книга о народных преданиях Велсмота. Помню, в детстве дедушка мне их читал. Эта работа была выполнена для того, чтобы собрать в одной книге народные мифы и легенды Велсмота. Известно, что Велсмот – поселение, основанное в средние века. Точная дата не установлена. И горы, окружающие его, сделали это место изолированным от остального мира. По этой причине история этого региона так интересна этнологам. Исследование и компиляция народных мифов в таких местах, как Велсмот, позволяет собрать богатый этнологический материал, рассказывающий о территории. По скриптум. Я хотел поблагодарить моего друга Альфонса Грея, который помогал мне в работе над некоторыми частями книги, этнолог-любитель Шон Бридж. Итак, проклятие Ятора. Проклятие Ятора – это один из самых старых мифов региона. Существует несколько версий его происхождения, но точно известно, что он уходит корнями в глубокую древность. Природный феномен, который каждый год происходит в определенное время на горе Нортвуд, наука не может полностью объяснить даже сейчас.
Сильнейший ветер с ужасным воем несет через пещеры и расколотые камни пыли небольшие камни, а затем этот каменный дождь просыпается на близлежащие поселения. Это явление наблюдается после сильных землетрясений, тех, что отличаются от небольших толчков, обычных для Уэлсмота, находящегося в первой зоне сейсмической опасности. Известно, что первое поселение в Уэлсмотском районе было основано на окраине Нортвудского леса, где климат большую часть года достаточно суровый. Гора Нортвуд также считается частью этого района и упоминается во многих его мифах. Обширный Нортвудский лес плотным одеялом укрывает район, начинаясь у подножия горы. В лесу нет пригодных для обитания людей мест, за исключением нескольких больших полян, почва на которых весьма плодородна. Ну, конечно, вулканическая активность, вулканическая почва. На одной из таких полян вокруг озера Вольфсбри было основано поселение, получившее свое имя по названию озера. Однако позже оно было переименовано в Виндлепс. Так, тут, к сожалению, нечитабельно. Что-то он тут рисовал. Что это такое вообще? Я тут вообще ничего не вижу. Только вот это, вот, по-моему, лицо чье-то. Ладно. Ни в одной пещере не нашли описанных в мифах идолов. А мы газету читали, что там только что нашли. Интересно, все интереснее и интересней. Так, закрываем. Остальные не открываются. Хорошо. С той стороны стола. Ничего. Так, и что же мне это все дает? Даже не знаю. Я слышал, что вот по этим фотографиям нужно встать в определенное место в комнате и с него сравнивать. То есть то, что на фотографиях, и то, что на самом деле. Мол, там в итоге можно тоже кое до чего допереть. Так, календарь 5-летней давности. Хорошо. Так, доступна подсказка. Подождите секундочку, без вас попробуем допереть. Так, ну вот отсюда. Тут у нас вроде как все по-прежнему, да? Ну-ка, давайте мы... Подождите. А вот это вот... Это, кстати, то самое место, где я сейчас стою. А это... Подожди, что за надпись появлялась? Так, ну вот, допустим. Да вроде как все по-прежнему. Вот, допустим, я смотрю так. И... ничего необычного. Блин, я не успеваю прочитать. Ну, вроде бы все по-прежнему, да? Да, управление было бы чуть-чуть поудобнее, я бы им сказал большое спасибо. Встаем, допустим, вот сюда. И в итоге у нас ничего необычного. Что еще мы тут можем? Пока что у меня единственная зацепка, это как раз именно то, что нужно сравнить. То, что на фотографиях, и то, что в реале. Ничего необычного. Так, далее. Смотрим как-то вот... Или отсюда нужно? Нет, отсюда нужно смотреть. Что-то в этой картине не так. В какую именно? По-моему, в ней все так. А, она криво висит. Кто-то двигал картину. Но это место было опечатано полицией. Кто мог пробраться сюда? Это у нас кто такой?
вообще? Колосс какой-то, что ли? Посмотрим на обратной стороне. Похоже, здесь что-то есть. И что же у нас тут? Мне нужно чем-то это вскрыть. Так? Так использовать? Ага. Так, и что это мы... Что это мы получили? Конверт, который я нашел в раме картины. Думаю, поместили туда после того, как полиция закончила обыск. Так, ну он запечатан. Отлично. Я знаю, как его распечатать. Подожди. Как комбинировать? Не так-то просто. Что-то не получается, к сожалению. Так. Что у нас нового тут? Тут ничего. Тут у нас подсказка только, но подсказку мы пока используем. Что-то совсем неохота, честно говоря. Мы больше тут ничего не можем вскрыть, кстати говоря. Нет, похоже, что нет. Нужно разобраться, как нам комбинировать эти вещи. Так, хватаем его левой кнопкой мыши, или может правой? Может у нас тут как-то... явно нет. Так, блин, да что ж так сложно-то все? Нет, не хочет ни в какую. Может его не этим скрывать просто? Ну ладно, допустим. Давайте пока дальше осматриваться. Что еще мы тут имеем? Вот видите, такие довольно неочевидные решения, поэтому придется временами как-то, я не знаю, как-то что-то. Сюда мы не заходим, понятно. Так, ну что же мы тогда делаем? Давайте, что ли, попробуем. Говард нашел конверт. Чтобы открыть его, скомбинируйте его с острым предметом. Ну, я пытаюсь. А, вот, вот так, наверное, да? Ага, хорошо. Отлично. Спасибо за подсказку, уважаемые. Так, тут у нас ключ лежал и конверт. И что-то еще. Вот это вот что такое? Пустой конверт? Чьи-то записки. 3 января 2011 года. Я решил начать эти заметки ровно через месяц после того, как купил дом, когда понял, что заплутал в мыслях, слушая его мертвую тишину. Я спасаюсь от бессмысленной монотонности жизни, вслушиваясь в каждый скрип, в каждый слабый звук, что раздается в доме. Я пишу нечасто, но думаю, что эти записи будут представлять интерес. Я нашел этот дом лишь по удивительной прихоти случая. Я заблудился в заснеженных улочках города, по которому бродил в раздумьях, погруженный в мысли, словно в непроницаемый туман прошлого. Очнувшись, я понял, что должен найти дорогу назад. Так я и набрел на этот дом. Его великолепный вид привлек мое внимание. Уже долго я хотел, чтобы у меня было место, куда я мог бы приходить время от времени и навещать позабытый мир прошлого, место, о котором никто бы не знал и... куда не ходил бы никто, кроме меня. На развалившейся стене сада я нашел еле различимую табличку с номером дома, ржавую и старую. Ей было столько лет, сколько самому зданию. Уже без всяких сомнений я записал этот номер в свой органайзер, который купил незадолго до этого, чтобы справиться с моей растущей забывчивостью.
Когда я осмотрел дом снаружи, мне стало ясно, что в нем уже долгое время никто не живет. Я навел справки, чтобы узнать, продается дом или нет, и какова же была моя радость, когда я узнал, что он выставлен на продажу. Позже, когда я говорил с продавцом, он с улыбкой сказал, что сам он не посещал дом с тех пор, что тот перешел в собственность его компании по закладной и хотел поскорее продать его, но не думал, что у него это получится. Больше он о доме ничего не знал, да и мне это было безразлично. Я приобрел дом, не раздумывая. Хочу упомянуть еще об одном моменте. Когда я купил дом, я узнал, что есть еще один человек, которому тот приглянулся. Он представился мне как Ивар Берген, иммигрант из Норвегии. Судя по тому, как он выглядел, это был обеспеченный человек. Я помню, что когда мы встретились первый раз, он сказал, что он очень хотел бы заполучить этот дом, но было уже поздно. 18 января. Этот старый дом предстает в моем воображении живым существом. Интересно, что бы он рассказал мне, если бы мог говорить? Некоторые из окружающих зданий давно оставлены жильцами и заброшены, и кажется, еще вот-вот и они обрушатся, а многие давно развалились и лежат в руинах. Это наводит меня на мысль о том, что в моем доме недавно делали ремонт, ведь его стены стоят крепко, а я уверен, что его возраст не меньше, чем у окружающих зданий. Возможно, главная причина дурной репутации этого квартала – разные слухи, которые окружают покинутые дома. Ходят разговоры о странных владельцах этих домов, о каких-то неизвестных иностранцах. Некоторые горожане утверждают, что здесь высокий уровень преступности, но я этого не замечаю. Жители района по большей части замкнуты и редко общаются между собой, лишь иногда обмениваясь слухами. 16 февраля. Я поближе познакомился с Иваром Бергеном и должен сказать, что наши интересы полностью совпадают. Он нанес мне визит, и мы долго беседовали. Он очаровал меня своими знаниями в области мифологии и эзотерики. Мы проводили всю ночь, обсуждая интересующие нас темы, и он рассказывал мне о том, что видел путешествия по Восточной Европе и по Индии. Рассказывал о его связях с мистическими тайными обществами и необычными людьми. Он рассказал, что читал книги и рукописи, которые считаются запретными или уничтоженными много веков назад. Не могу описать, с каким удовольствием я слушал его невероятные, но подкрепленные доказательствами из древних документов теории о происхождении тех явлений, которые большинство людей считает обычными суевериями. Долгое время я жил среди обычных людей и не могу описать то чувство пустоты, которое ощущаю все это время. Но теперь, думаю, мне больше не придется страдать от него. Человеку не просто найти кого-нибудь, с кем он может поговорить даже в своей семье. Я сказал об этом Ивару и пригласил его заходить ко мне, как только он пожелает. Друга себе нашел. Так, 3 марта. Прежде чем заняться участком, я решил восстановить интерьер дома. Для этого я обратился к оригинальным чертежам. Осматривая прошлым вечером старинную мебель, чтобы решить, что оставить, а что выбросить, я обнаружил в одной из комнат деревянную статуэтку и некий колодец, закрытый ржавой металлической пластиной и какими-то деревянными блоками. Раньше я не заходил в эту комнату, поскольку ключа от нее я не получил вместе с остальными. Возможно, я заметил бы это и раньше, но у меня не было времени на поиск ключей, поскольку я был занят подписанием соглашений, а человеку, которого я купил дом, путешествовал за границей. Есть один момент, о котором я хотел бы упомянуть особо. В комнате с загадочным колодцем не было электричества. Это странно, поскольку во всем остальном доме электричество есть. Освещать комнату мне пришлось старинными фонарями, которые я нашел в доме среди старых вещей. Когда я открыл колодец, я почувствовал легкий сквозняк, и внизу время от времени раздавался какой-то стук. Но свет от фонарей был слишком слаб, и я не мог узнать, что там внизу. Я даже кинул в колодец несколько камешков. Деревяшек. Но все, что услышал, это звук, который позволил мне предположить, что дно колодца покрыто грязью. Теперь я хочу купить мощный фонарь и осмотреть колодец как следует. Совершенно не понимаю, для чего кому-то понадобилось рыть колодец в доме. Возможно, это лаз в подземную комнату, которая должна была служить убежищем во время войны или каких-то катастроф. Я хотел спуститься вниз, но лестница показалась мне слишком ржавой и хлипкой. Я решил, что это слишком опасно и хотел попробовать другой способ, но пока не смог ничего сообразить. Резная деревянная статуэтка – еще одна загадка. Никак не пойму, что она изображает. Когда я держу ее, что-то подсказывает мне, что она невероятно древняя. Она вырезана из цельного куска дерева, породы которого я не могу распознать, и в ней есть тайник.
Похоже, я случайно сделал что-то, что открывает его. Или же он уже был открыт. В этом я не уверен. В тайнике ничего не было, он был совершенно пуст. Почему-то мне кажется, что там хранилось нечто очень ценное. Но сейчас из тайника лишь исходит слабый, но очень приятный запах. Не знаю, что это, но похоже на какое-то благовоние. 24 марта. Похоже, я начал привыкать к своему дому. В первые недели мне показалось, что я не смогу здесь жить, хоть мне и не хотелось этого признавать. Я вздрагивал от каждого скрипа и вслушивался в каждый звук. Я просыпался от каких-то непонятных шорохов, плотных и насыщенных. Запахов шорохов. Происхождение которых не мог определить и больше не засыпал. Это может показаться смешным, но я думал, что у дома есть гениус Локи, дух места, так проявляющий себя. Мне казалось, что в этих скрипах и запахах есть нечто потустороннее. Возможно, так на меня повлияли те истории, что я слышал от местных жителей. Местные придают этим историям, в основном относящимся к бывшим владельцам здешних домов, очень большое значение. Когда они рассказывают эти байки, в их голосе звучит смесь страха и почитания. И иногда они, словно опасаясь, что их услышат, даже переходят на шепот. Из этих историй я узнал, что этот район – одно из первых поселений Уэлсмота, и поэтому дома здесь – это реконструированные или частично восстановленные старинные постройки. Есть причины сохранять дома такими, какими они были в старину, но об этих причинах местные предпочитают помалкивать. Они говорят о каких-то путях сообщения и глубоких колодцах, подобных тому, что я нашел у себя, но о назначении их говорить отказываются. Но я попробую выяснить все, что смогу об этих колодцах и путях. 21 апреля. Я закончил приготовление к реставрации и нанял опытную и ответственную команду рабочих. Они приступают к работе на следующей неделе и первым делом заменят внутреннюю обивку и обои. Надеюсь, что после этого все эти затхлые непонятные запахи пропадут. Надо сказать, что Ивар был не в восторге от реставрации. Он сказал, что такие изменения погубят дух места, и мы долго спорили с ним на эту тему. Я не могу этого объяснить, но мне по какой-то причине кажется, что он был в ярости, хотя и пытался не показывать это. Я знаю, что он очень трепетно относится к таким вещам и не могу переубедить его, но я сказал ему, что это будет реставрация, основанная на оригинальных планах дома. Я не собираюсь менять свое решение, я хочу завершить ремонт как можно скорее. Такие дела. История, надо сказать, очень-очень напоминает историю дома из игры «Шорох». Въехал в какой-то непонятный дом с непонятными местами, с непонятной историей, с непонятными скрипами. Так, письмо. Джонатан, ты знаешь, что я предпочитаю сразу излагать суть дела? Я пишу тебе, потому что знаю, что скоро со мной случится нечто ужасное. Мы не виделись уже 4 месяца, и я не раскрывал тебе, где я нахожусь, поскольку знал, что до тех пор, пока я слежу за делами в компании и содержу их в порядке, ты не будешь обо мне волноваться. Скажем прямо, ты меня недолюбливаешь и чувствуешь это взаимно, но сейчас не время для таких пустяков. Около года назад я купил дом в старом квартале на севере города и жил там в то время, как мы с тобой не разговаривали. Моя природа такова, что загадки древности всегда привлекали меня больше, чем что-либо еще, и ты знаешь, что я не любил распространяться о своей личной жизни. На самом деле, еще 2 месяца назад я бы не стал писать этого письма, да и сейчас, несмотря на необъяснимость ситуации, в которой я оказался, мне приходится бороться с нежеланием обращаться к тебе». Может быть, ты назовешь это ребячеством, но мне все равно. Сейчас я не могу объяснить тебе, что произошло. Думаю, что-то ты сможешь узнать из моих записей, которые я отправил в этом пакете. Я прошу от тебя лишь одного. Не подходи к дому и продай его как можно быстрее. Сделай это ради меня и чести нашей семьи. И не ходи в полицию по поводу этого дела, что бы ни случилось. Адрес ты найдешь ниже. Мы больше не увидимся. Береги себя, Кларк. Адрес: North End Street, дом 43, Northwood. Вот так вот, значит, да? Похоже на ключ от дома. Похоже на ключ от того самого дома. И знаете что? На этом мы, я думаю, прекратим эту серию. А в следующий, насколько я понимаю, мы отправимся в этот дом, потому что у нас есть адрес, у нас есть ключ. И, собственно, туда нас ведет история. Надеюсь, вам нравится это прохождение, потому что мне очень интересно, и чем больше вот таких записей я читаю, тем больше проникаюсь. Надеюсь, вы также. Увидимся завтра в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.